В середине февраля наша программа рассказала телезрителям о ярком впечатлении, которое произвело на нас посещение выставки грузинского художника Автандила Гургинидзе. В этот раз на открытие новой экспозиции приехал сам автор. Город Д. В этом названии легко угадывается посвящение Донецку. Тут есть часть работ, которые касаются именно Донецка и донецких впечатлений. Часть их я рисовал тут где-то месяц назад. Даже сегодня одну картину начал рисовать. Поздравить художника с открытием выставки прибыл и донецкий городской голова Александр Лукьянченко, который выразил свой восторг от увиденных шедевров. Пейзажи Донецка с нашей промышленностью, с нашими стадионами, с гостиницами. То есть на пейзажах город, прекрасный светлый город Донецк. На полотнах Автандила наш город неузнаваемо красочен. Автор объяснил свой выбор теплой палитры для этих картин. Если честно, я не ожидал, что город произведет такое впечатление. Ну, оно произвело, не знаю почему. Есть какой-то дух у города. И, наверное, еще потому, что тут много объектов, которые можно разрисовать. Живя в разных городах мира, Автандил писал серии картин, посвященные им. Художник рассказал о том, как произошло его знакомство с нашим городом и как первая встреча послужила толчком к донецкому периоду в его творчестве. Эти терриконы, вообще трубы всякие дымящие. Я их рисую, так понимаю, что это вроде бы не очень чисто в экологическом плане, но на картинах они выглядят по-другому. Это как бы тоже может считаться как бы призванием к тому, что вот было бы лучше, если бы мы все вместе подумали об экологии. Это вообще для меня очень такая болезненная тематика. Молодой мастер рассказал журналистам, какие объекты Донецка он захотел бы раскрасить по-своему. На улицах трубы, допустим, многие такие сцены, старых домов и так далее. На картинах грузинского художника индустриальные объекты выглядят нереально. Не побоимся сказать, что они похожи на иллюстрации какой-то неизвестной урбанистической сказки. Узнав о том, что в Донецке существует группа молодых художников, разрисовавших каменные берега Кальмиуса и стены некоторых домов, Автандил выразил надежду на возможное сотрудничество с ними. Я конкретно ни с кем пока об этом не говорил, но надеюсь, что созреет и этот проект. Автандил Гургинидзе планирует в ближайшие выходные провести в выставочном комплексе «Арт Донбасс» мастер-классы для дончан. Хочется надеяться, что в скором будущем унылые заводские и прочие трубы, серые стены домов и другие доселе неинтересные городские поверхности под рукой грузинского выдумщика изменят облик нашего города, и он превратится в уникальный музей под открытым небом художника Автандила Гургинидзе. Выставка его работ продлится в Донецке до 15 мая. Наталья Волошина, Александр Худалий, Первый муниципальный.